Солнечные дни первых недель осени называют бабьим летом. С бабьего лета – бабий праздник и бабьи работы. По народному поверью, паутина, летающая в воздухе в это время, не паутина вовсе, а пряжа Богоматери. Повезет той рукодельнице, которая сумеет ее поймать. Всегда-то работа у нее будет спориться. Достался бесценный дар оренбургским казачкам. И слава об их тончайших, подобных той самой паутине платках, разнеслась по всему белому свету. Особенности качества пуха местных коз натолкнули женщин на мысль о создании легкой, теплой и необходимой в женском костюме вещи. Пух при придении вытягивался в тончайшую нить, подобную паутине. Можно представить, как опыт первых мастериц пуховязания передавался и оттачивался от поколения к поколению, как шел процесс накопления и совершенствования ремесленно-технических навыков и приемов обработки пуха и вязания. Все возрастающий спрос вынуждал привлекать к изготовлению платков членов семьи и родственников, а затем и односельчан. В результате коллективного опыта сложилась художественная система промысла, и оренбургский пуховый платок стал таким, каким мы его знаем. Предназначенные сначала для себя лично, платки быстро приобрели значение товара, пользующегося спросом на местном рынке, а затем и за его пределами. Пуховязальным производством занимается почти все женское население с 8-9-летнего возраста и до глубокой старости. Такими словами начинались почти все доклады государственных чиновников о кустарной промышленности Оренбургской области. Век 19, особенно его вторая половина, для оренбургского пухового платка ознаменовался триумфальным шествием по миру. Государственные мужи Санкт-Петербурга, Москвы и Оренбурга с гордостью демонстрировали на различных выставках платки оренбургских казачек и вместе с ними пожинали лавры побед. Уже в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне оренбургские пуховые платки были представлены европейской публике. В 1862 году на Всемирной выставке вязаные платки Марии Николаевны Усковой, урядницы оренбургского казачьего войска, были удостоены медали. В 1877 году ее императорскому высочеству, великой княгине Марии Павловне, по ее личному желанию, были доставлены две шали, связанные казачками оренбургского казачьего войска. И как бы подтверждая выбор ее высочества, звучат слова академика живописи, писателя Николая Николаевича Каразина. Изделия из пуха, выходящие из их искусных рук, достигают полного совершенства. Они очень дороги и составляют предмет роскоши. Тонкость пуховой нити и вязания поистине изумительны. Платок около 2 квадратных сажени, а сажень чуть больше 2 метров. Можно свободно протянуть за конец сквозь обыкновенное обручальное кольцо. Оренбургский платок высоко был оценен будущим императором Николаем II, когда он знакомился с оренбургским казачьим войском. Для оренбургских вязальщиц встреча наследника стала своеобразной выставкой своих достижений. Как только великий князь Николай Александрович проехал Орск, то почти в каждом населенном пункте ему вместе с хлебом-солью подносили и пуховые платки. В 20 веке, в 1958 году, значительным событием для оренбургских вязальщиц стало участие на Всемирной выставке в Брюсселе. На выставке демонстрировали свои изделия 56 стран. По решению международного жюри, пуховязальщицы Оренбуржья за свои замечательные изделия получили большую серебряную медаль. Участниками большой праздничной экспозиции были платки, выполненные вручную, и платки машинного художественного производства фабрики оренбургских пуховых платков. Оренбургский пуховый платок – часть общероссийского культурного наследия. Именно пуховый платок определяет неповторимое своеобразие нашего региона, являясь самым ярким объектом в его культурной сокровищнице.
Сегодня модельеры с громкими именами создают коллекции в русском стиле. Наши традиционные народные промыслы вдохновляют мировое фэшн-сообщество. Оренбургским платком был очарован Валентин Юдашкин. Мы надеемся, что к произведениям степных вязальщиц обязательно обратятся ценители красоты и изящества и достойно представят их всему миру. Платки, связанные оренбургскими мастерицами, носили в XIX и XX веке. Согреют платки женские плечи и в новом столетии. Не оборвется пуховая ниточка, сплетая узор события страны и судьбы людей. Счастье человеческое и славу Оренбургской земли.